зовут Свойки Нанадия, я из МГТУ имени Баумана с кафедры информационной безопасности, второй курс. Меня зовут Михаил, я из МГТУ имени Баумана, учусь на кафедре ИУ-8 информационная безопасность, сейчас учусь на пятом курсе. Меня зовут Кирилл, я студент Бауманки, и я поступил на технопарк в этом году. А я думаю, для меня это будет большой опыт, который поможет мне в будущем стать тем, кем я хочу быть. То есть еще тут также есть очень много возможностей коммуницировать с опытными разработчиками. То есть я очень хочу чему-то научиться у них и тоже стать кем-то, как они. Mail.ru — крупная компания, в ней работают профессионалы, поэтому хотелось бы получить какой-то опыт от профессионалов. Обучение в университете оно достаточно далеко от того, что требует от нас работодателей. И поэтому реальный опыт можно получить только от работающих людей в этой сфере. Я думаю, как раз-таки моя карьера начнется с технопарка, потому что здесь, я так поняла, что зовут всех студентов этого технопарка и вообще проектов Mail, поэтому я, может быть, даже надеюсь, что я найду здесь кого-то, друзей, с которыми смогу собрать команду в будущем. Или, наоборот, меня даже позовут куда-то. Я думаю, что я получу огромный опыт во время учебы в технопарке. Возможно, получу в будущем работу в Mail.ru. Вообще, на это надеюсь даже. Любая компания достаточно высокого уровня будет рада видеть стажером ученика технопарка. Взаимодействие с другими людьми — это большая нагрузка, потому что я помимо этого учусь еще и в университете, а теперь еще и технопарк, и здесь все-таки жестче как-то немножко. То, что очень жесткие дедлайны, я так поняла, пропустил, значит, все уже что-то потеряно. Помимо обучения я ожидаю найти здесь новых друзей, возможно, будущих коллег как раз-таки, и получить какой-то ценный опыт разработки и прочего. То, что во время обучения я получил много новых знакомств с теми людьми, которые вполне возможно в будущем станут моими коллегами. Это просто невероятно. На самом деле, прям я сейчас капитан команды, и для меня это очень сложно на самом деле, потому что я должна учесть и то, и то, и думать, что, о боже, где снабженец? А что, мне самой идти? Идешь сама, потому что не знаешь, где он, а он там, наверное, стоит, просто ничего не делает. В общем, это очень много задач, за которыми не можешь уследить. Но при этом это очень хороший опыт, потому что как только все заканчивается и у вас что-то не получается, ты сразу начинаешь анализировать работу. Очень необычный формат игры. Первый раз вообще такое вижу на отборах, на всяких. И мне очень понравилось. Сегодня был классный конкурс. Насколько мне известно, до этого были все разные конкурсы. Это на сплочение команды, на как быстро можно найти общий язык с новыми людьми.